67 Верховного Совета стоит задача в полном смысле словом историческая. Принять новую конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Мы принимаем новую конституцию в канун 60-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Это не просто совпадение главы двух крупнейших событий в жизни страны. Связь между ними гораздо глубже. Народной интеллигенции, многочисленных наций нашей страны.